Всем привет! Сегодня мы будем пробовать движение топ-рока, но он будет необычный, а немного замиксован с хип-хопом. Сейчас сделаем музыку потише. В общем, база этого движения, вы ее уже должны знать. Сейчас покажу. Когда мы отходим, делаем елочку. Одна нога встает на носок, другая на пятку и сдвигаем. Потом другая нога встает на носок, и это на пятку, сдвигаем. В другую сторону также. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это база. Чтобы продолжить делать это движение с топ-роком, мы можем замиксовать ее с кросс-степом. Например, вот мы делаем кросс-степ. Как нам соединить? Я делаю шаг вперед, а назад я ставлю ногу так, чтобы она сразу продолжила движение. И потом отсюда я сразу делаю шаг вперед. Назад на носок. И сразу раз, два, три. Шаг, носок. Раз, два, три. Шаг, носок. Раз, два, три. Шаг, носок. Пам, пам, пам. И продолжаем. Вот, это первое движение. Второе. Это когда мы уже делаем в одну сторону, в другую сторону. У нас еще было такое движение, когда мы двигались этой елочкой вперед и назад. Назывался Чарли Чаплин. То есть вот мы двигаемся вперед, назад, вперед, назад. Это движение мы соединяем с тем, где мы двигаемся влево и вправо. То есть мы делаем раз, два и три. Обратно раз, два и три. Раз. Уже сама запуталась. Пам, пам, пам и пам. Назад. Раз, два. И на и мы поднимаем ногу и ставим ее. Раз, два и три. Потом уже можно меньше движений делать в перерывах. Попробуйте.